Всем привет, это Владин Влог, приветствую вас на своем канале. И сегодня я буду готовить оладушки за 10 минут с яблоком. Так что давайте не будем терять времени зря и поскорее начнем готовить. Нам понадобится 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, 2 яблока, 150 мл кефира, 3 столовые ложки сахара и также нам понадобится 350 грамм муки. Я уже почистила яблоки, теперь натираем их на мелкой терке. Я уже разбила яйцо, а теперь добавляем кефир и щепотку соли. И все тщательно перемешиваем. Теперь сюда же добавляем наше натертое яблоко и также все тщательно перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки сахара и также все перемешиваем. Теперь добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и также добавим 1 чайную ложку ванильного сахара и все тщательно перемешиваем. Теперь понемножку добавляем просеянную муку. Вы можете сразу ее добавить, я буду частями, потому что может не вся мука даже понадобится. И перемешиваю. Вот такое вот тесто у вас должно получиться. Оно пышное, воздушное. И, кстати, у меня ушла вся мука, все 350 грамм. Вот, и теперь берем скалку и раскатываем наше тесто где-то на 2 сантиметра высотой. Все, тесто я уже раскатала, теперь я беру стакан, диаметр выбирайте любой, или форму, какую вы хотите, и вырезаем вот такие вот кругляшочки. Я уже смазала сковородку подсолнечным маслом, и теперь выкладываем наши оладушки. Все, с одной стороны уже все обжарилось, теперь обжариваем с другой, до золотистой корочки. Вот такая вот красота получается. Ну все, вот что получилось в итоге. Вот такая вот красота. Я посыпала сверху сахарной пудрой. При желании вы тоже можете посыпать сахарной пудрой. Я налила себе в соусник мое любимое клубничное варенье. Мамино домашнее. Беру наш сырничек. Ой, сырничек, конечно. Оладушек макаю. И сейчас будем пробовать. Очень вкусно, очень нежно. Советую, яблочко чувствуется немножко. Вообще идеально. Так что готовится реально быстро, я думаю, вы поняли. И легко. Вот, так что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока!